меня не было 2 недели в связи с тем, что я болел. Также у меня выходили новости про новые видеоролики у меня в телеграм-канале. Так что, если хотите быть в курсе новостей, то жду вас у себя в ТГ. Давайте приступать уже к ролику. Сори за отсутствие. Давайте рассмотрим интерфейс монстров, магазин и многое другое. В этом видео я расскажу про то, как выглядел MSM 10 лет назад. Добро пожаловать в воспоминания MSM. Ух, интерфейс магазина — это отдельная тема ролика. Она менялась очень много раз. Сначала она была вот такая, а теперь же в финальной версии она вот такая. Как по мне, изменилась только текст и рамочка. Ха-ха-ха, если вы думали, что монстры меняли свой вид, то вы глубоко ошибаетесь, ведь с выхода MSM ни один монстр не был изменен. Все монстры остались прежними. А вот самая важная вещь, которая... Стоп! Ну ёб твою мать, братан, это ебучий кринж, съебался сцены, сука. Мне как бы тут нужно про старые версии мини-игр рассказать. Кстати, давай как раз и поговорим о них. Первое, что хотелось бы вспомнить, так это старое колесо фортуны. Разрабы добавили его еще в далекой 2.1.8. Но так как награды и время на генерацию приза мягко говоря не очень, то уже в 2.2.9 по просьбам игроков разрабы переработали эту помойку. Давай поговорим об второй мини-игре, игре на память. Ее добавили во все той же 2.1.8, поначалу в ней нужно было угадать монстра по звучанию. После же механику изменили на схожую с сегодняшней, но с одним призом, как в колесе фортуны. Ну и наконец, после 3.7.0 игра на память стала такой, какой мы видим ее сегодня. Ну и наконец, третья мини-игра. Скретч-карта. Ее добавили в версии 2.0.4. Сама по себе скретч-карта имела такие призы, как монета, еда, ключи, реликвии и, конечно же, алмазы. Позже ее изменили на известную нам сегодня. Кстати, интересный факт. Благодаря остаткам файлов старой скретч-карты, в начале осени 2023 года с помощью определенных манипуляций можно было накручивать алмазы. Если хочешь, то напиши в комменты и поставь лайк, когда-нибудь и такое заснимем.